Если все, что вы знаете о Петербурге, это Эрмитаж, Невский проспект, Пушкин и Гостиный двор, значит, вы заключенный туристического автобуса, ушибленный школьной хрестоматией. Впрочем, редкий гид решится рассказать вам о портале. Проходит в четвертое измерение, у которого есть адрес, мы вам его не назовем, и имя Ротонда. Но даже если мы скажем вам, что находится она в районе Фонтанки, сами вы ее никогда не найдете. В Петербурге всего 6 ротонд. Если нанести их точками на карту, то наша окажется в центре, оставшиеся 5 образуют символ перевернутой или обратной пентаграммы, главного символа Бафомета или сатанизма в целом. Здесь можно просить об удаче и любви, оставив надпись на стене. Правда, заплатить за исполнение желания придется дорого. И никогда не дойти до конца этой чугунной лестницы, если подниматься по ней с закрытыми глазами. Время здесь меняет свои физические свойства. Говорят, что пару лет назад некий юноша спустился в подвал. Через 15 минут он вышел оттуда 70-летним стариком. Кого он там встретил? О чем говорили? Мы так никогда не узнаем, юноша лишился рассудка. Тем не менее, паломники, которые знают о ротонде и не боятся обращаться с просьбами к нечистому, делают это ровно в полночь, это главное условие. Кстати, большинство из них верит в то, что ротонда с самого начала строилась как масонский или сатанинский храм, как до конца с принадлежностью и не определились. Но репутация у ротонды сложилась не случайно. В конце 18 века она принадлежала графу Андрею Зубову, известному масону. В подвалах ротонды посвященных принимали в ложу. Некоторое время здесь квартировал и Григорий Распутин, что, согласитесь, тоже добавило архитектурному шедевру определенного колорита. Хорошо, хоть убивали его в другом месте. И даже такая житейская вещь, как публичный дом, также квартировавший в ротонде, не избавил петербуржцев от подозрений в том, что на самом деле это сатанинский храм. В качестве доказательства приводили решетки, на неутраченные, узор на которых складывался в причудливую пентаграмму. Но судя по тому, что жители этого дома беспокоят не потусторонние силы, а истеричные молодые люди, которые пачкают стены и подъезд, портал, который находился в этом странном круглом месте, вписанном в странный прямоугольник, закрылся. Хотя, зная Петербург, правильнее предположить, что он просто переместился.